Сегодня наша команда по пулевой стрельбе выезжает на соревнования в Республику Татарстан. Там будет проходить первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия. Окружные спортсменки надеются показать хорошие результаты. Перед отъездом они провели встречу с главой региона Игорем Кошиным. Речь шла о развитии олимпийского вида спорта в округе и поддержке спортсменов. Во встрече с главой региона участвовали сами спортсменки, воспитанницы ДЮЦ-лидер, сестры Любовь Ирина Иванова и Светлана Кореева. Они обсудили возможную поддержку развития спорта в регионе, в частности, пулевой стрельбы. По словам участников встречи, необходимо больше выезжать на соревнования всероссийского уровня. Нужно решить вопросы с экипировкой. Винтовки приобретают учреждения, а вот спортивная форма стрелка – забота родителей. Стоимость ее доходит до 80 тысяч рублей. Единственный тир, где могут тренироваться стрелки, находится в ДЮЦ-лидер. Его нужно снабдить электронными мишенными установками, поскольку все крупные выездные соревнования проводятся с применением такого оборудования. Как отметил в Рио губернатор НАО Игорь Кошин, сейчас после передачи полномочий у округа есть право вплотную заниматься развитием спорта. По итогам встречи он дал отдельное поручение своим подчиненным.